Привет! Вы на канале Супертима Games. И сегодня у нас семейная битва сундуков Бравл Старс. Сражаться сегодня будем за Отиса. За Отиса. Ну, у меня Отис будет 100%. Это у меня, а я буду за Бравл Пасс. А ты будешь за Бравл Пасс? Ну, ты сегодня проиграешь. Или ты. Посмотрим. Лена. Нет, я выиграю 100%. Посмотрим, кто сегодня будет лузер, а кто счастливчик. Погнали? Погнали! И по старой доброй традиции я начинаю открывать сундучки. Мама у нас первая всегда. Ну, открываем. Поехали, 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 я старалась. У меня целых 66 подарочков. Всего 66 подарочков. Это же сколько их у тебя, если у мамы всего 66? Ребятушки, ребятушки, я начну сразу с 30 уровня. Догадываетесь почему, да? Хитрая. Классный, крутой Отис, ребята. Жмите лайк, если вам нравится Отис. Так, поехали. А теперь по порядочку. И начнем с ящичков. Так. Чего там, ничего нет? Так, а, где у нас очки Отис? Силы? Так. А у него очки силы. А ну помогайте искать. Помогайте искать вот Отис. А сам не зомби. Ага, сейчас она все его прокачает, потом обновит, потом всем надо. Сегодня хочу прокачать Отиса. Конечно же. Так, поехали. Кристальчики возьмем на следующий раунд. Мегаящик. Мегаящик. Все, хавайся. Шесть. Шесть. Ничего не будет. Ну да, ничего не будет. Отиса, Отис уже прокачивается. Ничего нет. Монетки есть, ничего, большой ящик. Так, давай посмотрим. Так. 47 было, кстати, монет, но нет, не моргает. Ну, зато и бонус. Удвоитель. Так. Так, где наш Отис? Где наш Отис? Подтвердить, конечно. А Отис, Отис, Отис. Отис, Отис, Отис. Отис, Отис, Отис. Ладно. Проехали, проехали. Я тебе говорю. А нет, а вот теперь интересно. Отис, Отис, отитися. Отис, отитица. Вау. Ого. Поехали дальше. Или как цвета. Отис, отица. Не-не-не. Отитица? Отитица. 46. 46 и не моргает. Ой, что сегодня, смотрите, сколько сегодня дают очков силы. Что-то ну, не... Наверное, чтобы ты Отиса прокачала. Да, так много не было раньше. Чтобы он отитисился. Все, этот потух. Пока ничего. Монеточки забираю, монеточки забираю, забираю. Так. Большой ящик и... 5. 87 монет. Не густо, не густо. Ну так. Вот, чего ты хотела? Ты хотела Отиса, тебе еще тебе кучу монет. Да, и кучу монет, и очков силы, чтобы сразу его прокачать. Ого, губа, маленький. Подожди. Дай сойду с губой твоей. Маленький, ой, это большой был, наверное. А если только что барлилился. Барлилился? Барлилится. Женится. Жениться. Жениться. Генерал, а генерал Гавц. Генерал Гавц. Не, генерал. А генерал Гавц, что? Гавсица. Гавсица. О, Гавсица вообще прикольно. Интересно. Главное, не через это. Так. Какое-то сегодня настроение Тима особенное. Посмотрим, к чему бы это. Выиграет он или проиграет? Наверное, проиграет. Так, едем дальше. Так, так, так. И бонус следующего жетонов. Так, что, опять Отиса? Да. У меня тут еще столько, кстати, не прокачанных. У меня фэнк всего лишь два. У меня лево всего лишь два. Что такое? Все, хороший. Хороший фэнгисица. Фэнгисица. Понеслась и понеслась. А что, так веселее. Да, два часа после этого он еще будет. Я говорил. Да. Большой ящик. Хоть поглядывайте. Я думаю, что видео идет 15 минут.
Почему 15 минут? А ты откуда знаешь, сколько она идет? Поняли, почему у нас видео короткие? Это все админовое. Он сразу говорит, 15 минут, лимит. Да, большой ящик. Я Майнкрафт прохожу по 50 минут. Смотрите, так. Опять! Смотрите, как много! Ничего себе! Так, поехали. Это чтобы тебе ничего не выпадало. Ни разу такого не было. Только очки, только очки. Ни разу такого не было. Прикольно. Да. Так, опять очки силы. Заметьте, еще ни одного этого не дали. Вообще ничего. Бонуса не дали, да. Бонуса было два. Бонус. Как же? Звездная сила! Звездная сила сильнее! Заскучали немножко! Поко, у Поко звездная сила, класс! Поко котится, вот просто котится и все. Поко котится. Поко ко ко ко. Коко котится. Да, Поко котится. Так, мегаящик, смотрим? Давай. Давай. Давайте. Смотрит, ящица. 8. 8, ребятки. Пока ты тут смеешься, мама тут выигрывает. Понял, а мы проигрываем, ты, чтоб ты знал. Моргай, я моргаю, моргаю. Поэтому уже хватит смеяться, плачь. Да. Так. Класс, вообще. Ничего себе, вот это везуха сегодня. Так, надо как бы... О, спрей. О, сейчас что-то уже будет на стенку рисовать. Так, 7. 7. Ну, тут вряд ли бы, да. Да. Да, ничего. Класс, вот это мне нравится. Так. Я не ожидала, сама не ожидала. Ну, только сегодня отиса открыли. Сегодня у меня целых два бойца. Вообще класс. Крутяк. Крутяк. Что крутяк, то крутяк. Большой ящик. Большой ящик. Ах, 3, 2, 1. Нет, так, не светится. Нету никого. Кристальчики. Кристаллы. Бегут, бегут. Так, теперь на кого? Наверное, сейчас Отис будет опять. Нет, Отис, давайте. Сидит. Нет, Джанет. Нет. Джанет. Давайте. Отису мы немножко бросили. Давайте Джанет. Подкачать чуть-чуть надо, и Джанет 46, смотри, кстати. 46. Нет, не моргает. Жалко. Так, погнали. Давай. Джанет надо подкачать. Так. О, давайте. Давай, Джанет, Джанет, Джанет. Джанет, 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 Джанет. Ох, чувствую прям, как она становится сильнее. Да, прям мышцы растут. Да, 37, вы видели? 37, да, сейчас может что-то попасть. Нет, не моргает! Ага, не прикольно! 37 всего монеты не моргает! Прям несправедливость какая-то! Так. Смотрим дальше. Джанет получает 54 силы! 4! Ну дайте пока кто-то. Счастливые четверки мне счастье не принесли. Несчастливые четверки. Да. Опять четверки. Так, поехали. Нету. Следующий. Монеточки. Боже, классное название. Несчастливые четверки. 3, 2, 1. Ничего. Ничего. Так. О, очки силы. Давайте, давайте. Все-таки на Джанет. Неплохо. Так, большой ящик. Вряд ли что-то попало. Так, вот мега ящик. Забрали, потому 7. 7. И еще круче будет название мне счастливые семерки. Вообще. Бар. Идеально. Счастливые шестерки. Не, счастливые тренировки. Вообще, чтобы все поломать. Знаете, шестерки веселые. Ничего. Так. 34. Ну ничего. Что завис? Возможно. Так. Ну, смотри, у мамы сегодня на воздухе. Все, последний ящик на сегодня и... Бах. И все. А, я опять. И хорошо. Ну, давайте завершим. Еще больше Джанет будет. Джанетиться. Все. Друзья, Тима завис. Друзья, ну, мне кажется, заявочка на победу очень серьезная. А ну-ка, попробуйте меня обойти. Сейчас посмотрим. Смотри, как надо. Так, смотрим, что есть у меня. Первым мы посмотрим. О, ничего
Так, и тут чего-то должно быть хорошего. 15 монет уже тоже монеты, хорошо. Монеты, очки, силы, это все хорошо. Снаряжение, это все, по-моему, неплохо. Так. Подарки. Погнали. Да, вот это у кого-то классный ник, Бубдур. Так, и у меня тут 100 с чем-то ящиков. Я даже и не помню сколько. В общем, до 52 уровня считайте 104 ящика. Да, это будет долго. Интересно. Ну, мы возьмем сразу Отиса тоже. Начинаем с 30 уровня. И опа! Иисус! Поздравляем! И а теперь погнали дальше. Ну, давай тоже на Отиса. Ой, сейчас Отис опять будет отиситься. Так, наверное. Так, вот уже есть, поехали мега ящик и 3. Здрасте. Нет, все нормально, почему? Бывает. Зато моргает. Еще моргает при этом, а вот это вот уже не стандарт. А, класс, гаджет. Кстати, мне не выпал ни один гаджет, только звездная сила. А, не звездная, смотри, очков силы сколько, а? Ого, ничего себе. Сейчас, сейчас я тут. Отис. Короче, сегодня у нас точка прикола, так вот такая, ребята. Так, у меня моргает, пока ты ржал опять. И у меня второй гаджет. И опять на фэнга, прикинь. Только начали играть, только начал открывать, у него уже два гаджета. Сразу же открывает Отиса и два гаджета. Да, так, пора открыть чего-то. Так, когда и звездная сила была. Два гаджета у него было. Звездная сила была у меня. Да, звездная сила. Но была. Если папа не выберет еще одного бойца, то все-таки я останусь победителем. Ну, посмотрим, у меня 104 ящика. Ну, что-то было. 104, ну не ящика, предмета, да, 104, да. Слушай, у меня есть хорошая тема задуматься, как я сегодня буду ящики открывать. Какой последний? Ты по порядочку, ты всех путаешь, по порядочку открывай. А если не будешь играть по порядку, мы тебе выключим свет. Вот так вот. Это прикол. В смысле, а чего завис, что значит? А задумался, у меня бонус, кстати. Нет, знаешь, ты его на щитке выключишь. А вот ты думай, пока папа открывает ящики, ты думай, а мы все смотрим. Как ты мне еще все выключишь? Так, набор значков. Нет, есть еще один способ, ну... Так, перенос, 7 предметов у нас, ничего. А, можно выключить себе перенос, только на значение домой. И все потухло. И все отдыхают. Так. Вы уже никто никуда не торопится. Так. Пока ничего нету. Так. Очки силы, очки кого силы, же, кого же будет прокачивать папа? Это Отис. Отис. Так, конечно, сейчас ощущу. О, Шелли шевелится. Я ощущаю. Шелли шевелится? Она еще шевелится. Так, бонусы тоже хорошо. Большой ящик. Так, 37 монет дала. И ничего не светится. Так. Так, это тоже надо, и это надо. Все надо, все беру. 53 монеты. Не моргает. Не моргает. Так, опять. А ну кого? А у тебя все уже, да? Все? Ну там много кого есть, но надо же поднять. Что-то не хватает одного хроматического бойца. Это было написано, когда она открывала как его. А кого папы не хватает? Джанетта. Джанет? Джан, все. Папа полный. А мне кажется, папа будет еще... так. Нету папы. Нету Джанет. Папа точно знает, что у него нету Джанет. А у меня уже есть. О, да? У меня два. А у меня сейчас прошлый или позапрошлый, или позапрошлой серии нет. Точку в силы дают очень много, когда вот мало вот этих вот предметов. Это чтобы какой-то боец как бойцы сился. Ты пока будешь бойцы ситься, то я сейчас кого-то выбью. Так, мама тут уже выиграла кого-то. У нас 104 монеты, прикольно. Так, бонусы. И спрейчик. Мегаящик, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Хотя бывали разные. Да, у меня было 3 в прошлый раз, и что-то попало. Так, ящик. О, мне даже денег не дают. Хватит денег. А у тебя это, знаешь, переполнение, лимит, знаешь, 9999. Сбой программы, сломал браузер. Деньги просто кончились.
вообще во всем банке Бравл Старс. Да, во всем банке Бравл Старс закончились деньги. Так, поехали. $50. Маленький ящичек, ящичек сюрприз. Микроящик. Нет, он прикольный. Ящик сюрприз. Бывает? А, выпадает сразу. Да, бывает ничего, а потом как опа, и какой-то герой. Как упадет на голову. Отис. А потом прокачивай его. Так, 4, 3, 2, 1. Бах. Так, 10. Ой, 10, 100. Ну, половину своих ящиков папа уже открыл. Осталось еще половину. Я уже устал. Да. Ну что, мы любим под конец самый так. Выполнять. Так, у меня было 34 монеты и ничего. Главное, чтобы ему тоже не выпало Дженни. Да. Джанет. Что ж такое? Джанет такой, Джанет, да? Стрейтер. Так, мы уже забыли, как их зовут, да? Их столько. Их слишком много. Слишком много. Это прикольно, когда бойцов много, мне нравится. А помню времена, когда их там было 5, помните, ну сразу 10. Да. Но это ты. Это начало именно когда мы только начинали играть. Да, да, это когда они про 2 года доступны, назад. Доступны только там чуть-чуть их. Да, это 2 года когда назад. Когда ты играешь? Так, 6. 30, может, 20 было, я помню. Когда я еще начинал. Ничего не моргай, ты смотри. Вот это они дают. Так, Отиса дали значок. Большой значок. Очень большой. Значит, 25, ну давайте уже чего там. Ну, и не моргает. Ну, 25 монет и при этом не моргает. А это просто большой ящик. А хотя все равно. Все равно 25 монет. Раньше. Так, жетон снаряжения. Раньше правило работало. Мало монет. Высока вероятность. Все, нет. 5, 3, какого-то гаджета или бойца. Все, никого нет. Кого прокачиваешь? Джесси? Джесси Сица? Не-не-не. Все-таки Ось. Все-таки Ось, да. Все. Что-то у нас давно никто не... Не-н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 е-
сила. Набула. Так, класс. А было 85 монет, так что тут по монетам уже и не догадаешься. Папа по гаджетам уже из силы меня обошел. Просто тыкать. Главное, чтобы ему не выпала Джанет. И тогда победа будет моя. Так. Ну, мы еще не знаем, что Тимми попадет. Нет, ну мы пока соревнуемся с тобой, ты открываешь, ну, да, а потом Тимми, да, будет пытаться нас обойти. И ничего. Ну тебя же не... Тимма и сица. Ничего, не моргает. Не моргает, 125 монет. Хотя и так. Отец, звездная сила и два гаджета. Пока, на пока. И ничего, опять не моргает. Бонусы. Так. Нету. Большой. Ну что-то колбасит. Он все видео там. Либо аж смеется, либо сдерживается. Ты что, там ел чего-то? Смешного. Нет, вроде. Нет, вроде. Так. Он ел-то нет, вроде. 80 монет. Фокус с 80 монетами не повторяется. Кристалл. Далее значок. Бегающий. Три, два, один, ноль. Нет, классно, опять, да, очки силы. Это, наверное, какое-то обновление было, да? Или что случилось? Еще как бы, когда? Вчера еще, да, вроде? И еще играла музыка Bad Randoms на фоне, а сегодня уже стандартная игра. Ага, значит, все-таки, да, обновили что-то, потому как так много очков силы не выпадало никогда в ящиках. Так, мега-ящик, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Было время, они вообще не выпадали очки силы, да, в ящиках. А это начали, причем так прям много. Потому что, наверное, не могут добрать ноги до 11-10 уровня или до какого-то. Ну как и мы не можем добрать, да. 50, вот у кого-то есть 11 уровень? Нет. Пишите в комментариях. Друзья, у кого очки бойцы? Все, там такой, а у меня есть. Ребята, обязательно.
напишите в комментариях под видео, у кого есть боец, прокачанный до 11 уровня. У меня нету, у Тимы нету. Так. У меня есть на 10 баллов пару человек. У меня один, только Рика на 10, и все, на 11 вообще никого. Там, у меня Сэнди на 10. И еще кто-то. Еще кто-то. Еще какой-то чувак. Так. У меня последний мегаящик на 4 предмета. Два. И он моргает. Он моргает. Звездная сила. Нет, ну классно, вторая звездная сила. Конечно, тебе классно, потому что не этот самый, не боец. Да, классно, что не боец. Но сама по себе звездная сила тоже прикольно. Прикольно. Так. Все. То есть все. Фу. Нет, не все. Опа! Ты не выйдешь! Ну вот папа сегодня вот прямо так разыгрался, ну да, собирался. Да, зарядил так зарядил. 104 ящика, так еще по пути к славе. Ну, все, ничего нет. Точно ничего нет. Вообще ничего. Это у папы 24 тысячи кубков. Крутяк. Ну. Ребята, пишите в комментариях под видео, у кого сколько кубков. Кто чем может похвастаться. Пишите в комментариях под видео, у кого 25. Ну поехали, хихихаха. Посмотрим, чем ты нас удивишь сегодня. Давай. И у меня 25 ящиков. Ну давай, удиви нас. Нет, ну у нас просто Бравл Пас был, а у Тима его нет. И Тима сражается. Так, я все равно даже до 30 уровня не вышел. Да, мог бы пошустрее. Ну погнали, погнали. Этим я вас и удивлю, потому что у меня очень мало ящик. Нет, 25 это неплохо, погнали, посмотрим. Давай, давай. Шансов выбить больше, чем два бойца у тебя немного. Да, ну все, уже. Сейчас я тебе скажу, у меня вот Шелли есть на десяточке. Ага. Сейчас я найду парень. И все. Шелли и все. Не-не. И все. И Эш еще. И еще Сэнди. Еще Сэнди. И Сэнди вот тоже на 10, просто на него не выпал. Но на 11 уровне нет никого. А я продолжаю качать Джанет. Я хочу еще Джанет до 10. Он не уводит Джанет, а он может проупал. Да, да, да. А мы и не уводим. Так. Ничего, у меня теперь тоже есть Джанет. Да, у меня тоже есть Джанет, прикольный. Так. Сейчас, погоди, я сейчас как разгонюсь. Как расходи, ненюсь? Не-не-не, давай постепенно, чтобы было обидно, тихо. Не, ну так же неинтересно, когда ничего не понятно. Ну да. Не торопись. Так видишь, что тебе там попадает. Уже что-то 44 монеты. Сколько? Пока ничего. Ну не дурей, ну. Так. Глаз. Так. Квадратик. Глаз, квадратик. Квадратный глаз. Квадратный глаз, квадратный кулак, мегаящик. 8! Есть! Приехала! И чё? Давай, давай, давай! Ну! Теперь он завис! Ну ты! Ну что такое? Ну! А ну! Моргает! Вот это да! Прикольно! Вот! Плюс один! Вот это! Да, Мэг, у него легендарочка! Шестая из шести легендарочка! Папу догнали, маму подогнали. Короче, я со своими стоящиками. Но подожди, у тебя было две звездных силы, два гаджета. Ну у него лего. А, у него лего. У меня еще два бойца. У меня еще два бойца. Это Ева, Ева и Отис. Так слушайте, и у тебя же был... Да, Отис, он-то был открыт из Бравл Паса, а у него чисто, честно выбитое лего. В общем, я сейчас могу даже сказать, что я маму догнал. Нет, ты еще не догнал, но там еще тебе звездная сила. У меня звездная сила еще была, да. Вот если ты звездную силу или пару гаджетов залупишь, о, вот это будет классно. Так, Тима, быстро, судорожно, быстро, сейчас. Руки трусятся. Ну все, у меня сейчас 10 ящиков. Тут пока ничего. Целых 10 ящиков. Целых 10 ящиков. Квадратный щит. Большой ящик. 42. Пен. Не моргает. Давай, давай, не моргает. Ну. Ну хроматически он же тоже, да, котируется как
как легендарочка. Хроматические они там по разной редкости. Например, Джанет, она на сегодня она уже как мифически считается. То есть она когда в первые недели. 8. Давай. 8. Давай. Это еще не радуйся, там еще можно чего-то делать. Давай, сейчас чуть-чуть скажу, парень. Да. Вот так вот. О, у него 2 балла. Ну, давай. Сейчас таки. Опа! Так, гаджет и... Звездная сила! В общем, он маму обошел. В общем, с тебя, Бравл Пасс! Как это так? Как это так? Ну... Кстати, как это так? У меня, кстати, 2 Набула и один из них Берсерк, который выпадал папе. Главное 25 ящиков, у папы 104. Он обошел и папу, и маму, у меня 66. Ну, дело в том, что у папы остался всего один герой. Выбить его там практически, ну, это ж... Ну, у него 2 тоже как бы. Ну... У меня 5 ворога. Короче, он обошел. В общем, еще один гаджет. В общем, да. Иногда ты везунчик, а иногда ты лузер. И да. Неважно, сколько у тебя там ящичков. Да. И вот так вот. Так, сейчас еще помогают, или нет? Не. Но это не последний, не надеюсь. Ну, предпоследний. Так, и тут еще... Давай. Бах. 4, 3, 2, 1. И. Нет, не моргает. Все-таки то был мой счастливый палец, который нажал и выбил тебе бойца. Друзья, поздравляем Тиму. Сегодня Тима победил. Тима сегодня везунчик. А вот что обидно, папа 104 ящика и 2 ящика на пути к славе, то есть 106 ящиков и оказался лузером. Вот так вот оно бывает, друзья. Пишите, как у вас бывает. Бывало такое, что куча ящиков и ничего. Ставьте лайки. А бывало такое, что у тебя еще у вас 2 ящика и 4 бойца. Не, ну допустим, у тебя 2 мега ящика. В каждом по 2 раза мало моргает. В общем, пишите, у кого было что-то такое редкое и интересное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока.